Опача! Привет, бойцы! У нас новый выпуск. В этой части уже участвует Денчик. Денчик вернулся. Да. Расскажи. А, ну ты уже, в принципе, и рассказал. Да. Че ты, как ты чувствуешь байк? Нормально? Да, нормально, да. А сколько ты не катал? Я где-то нормально, где-то с осени. И видел в истории у Санька нашего, что он барспин делал в форме? Да. Короче, Саня, который в армии, наш Саня Фронт, делал барспин недавно. А, у него ДВМ с собой брал? Не. Он, да я не знаю, где-то он в городе барспин крутанул. А, ну чем-то ДВМ, короче, да? Реально, да, на вторую попытку сделал, говорит, вообще четненько. Ну, думаю, уже скоро, через месяцев, сколько там ему еще, 7 месяцев отслужить осталось. Думаю, скоро уже будет с нами катосить. Покажи сразу свой байк, потому что у тебя байк обновился. Да, хорошо. Так, вот. Так, смотрим. Это, в принципе, все вы видели в прошлых частях. Да. А из нового только колеса. Мы перешли на другую половину парка, потому что там пацаны снимают, чтобы им не мешать. Да, так. Колеса у тебя стопового комплита. Мне, кстати, нравится то, что они вот так разукрашены, прикольно. Да. Классная покраска. Втулки, ну, понятно, что на промах, сальт, втулки. А, стоп, а обода это что, эклад? Эклад стриппинг. Смотрите, во. И у тебя еще новая цепка, да, вроде бы? Да, синема. Да, синема вот такая. Сколько она стоит вообще? 800? 830. Угу. Да. Прикольная нормально. Цепь, кстати. Да и все, что у меня. Ну и с обнов, в принципе, да и все, да. Надеюсь, скоро вынос придет. Рассказы, какой вы? Shadow. Фиолетовый. О. Как моя рама. А где ты его нашел? В Германии заказывал. А, все, вот так. Да. Потому что у нас нигде такое чудо. Вы думаете, что я такой смешной на этом стоп-кадре? Потому что Дима LVX чуть ли конкретно не зацепил випом Денчика. Здорово! Если б ты видел. Бывает. Давай назад, тут едем чуть. Короче, будет скоро вынос у Денчика по драму. Не, ну у тебя байк сейчас выглядит поинтереснее, чем был. Артём, ты видел? Да. Мне это тебе понравится, как они вот так переливаются, как едешь и так. Да. Смотрите, а вам нравится, друзья, или не нравится? Пишите в комменты. Потому что мне реально, мне понравилось. Классно, вы еще с Владосом крышечками махнулись от рулевых. Ну да. Теперь тут... у тебя ВТПшная такая хром цвета. Мы не крышечками, а рулевыми. А, рулевыми прям? А у Владоса сейчас, короче, красная, а что то за рулевая? Это Ярика Демолюшина. А, понял. Хотя он смахнулся уже с Яриком. Ого. Да у них это все так быстро происходит. Да. Точнее, у вас. Ну да. Подожди, а грипсы? Это новые, да, ВТП, ВТП. Но не берите, очень плохие, стираются. Вот. А за сколько они стерлись, ВТП? Неделя еще уже. А модель не помнишь? Тем нет. Ну, тоже... смотрите, вот такие вот грипсы стерлись очень быстро, да. Деня говорит. У Димона сегодня нету обнов. К сожалению, я не одел ничего. А у тебя все в порядке с этими лезусами? Он в порядок. Грипсами. Ого, это я барчик в дроп делал. Ну это просто байк упал и все. Это не из-за того, что они плохие. Ну, если мы говорим за обновы, у каждого они разные. У Артема вот из обнов только... У меня позитивные обновы. Артем, это можно говорить или... Как удалишь. Хорошо, я это удалю и ничего не скажу. Если ты не удалишь, то все. И ничего не расскажу, что у тебя. Ладно. Не буду вставлять. А ты отдай Гитсмену, чтоб все на него, если что, сказали. Ну так я, он мне даст. Я вам продам за шаурму. Кстати, подписывайтесь на шоп Владоса. Вот здесь будет ссылочка, да. Продается велик мой. Ну ты ж не продаешь байк. Это кликбейт. А, кликбейт? Ну, короче, продается велик там по записям. Это кликбейт. Все на что, блин? Я же Ярик. Снимаю, блин. Ну давай, Владос, скажи, что ты продаешь. Я продаю руй. SMDM Hooder 9 с 12...
Ну, вам это не интересно. 12. Продаю грипсы. Могу с ним продать. Привет, Ваня. Попыщики. Потом ты продаешь звезду. Какая звезда? McNeil Light. На 25, да? Да. И ты продаешь что еще? Ну, грипсы так этот. Я уже вынос продал, так что извините, ребят. Понял. Короче, друзья, пишите Владосу. Рум пилены или нет? Не? У нас вот такая сегодня немалая компашка собралась. Но мне потеть нельзя, потому что у меня новая татуировка, которая сзади шеи. Ну так, я приехал, чтобы просто с ребятами поболтать, увидеться. Ой, Саня, Саня. А что там, нормально? Он делал мануал, блядь. И поехал с мануала. Я не знаю, я обычно такие моменты вот так увеличиваю. Надо будет посмотреть, заснял я или нет. Давай, Брайан. Брай? Да. А через что? А, в квотере? Да, да. 100%. Нормально. Там, короче, Санек так разложился. Что-то он делал такое оригинальное. А сейчас будет, что? Браи будут. Йоу. О, Не передать словами, мне так стрёмно постоянно за квотер. Реально, мне так стрёмно за квотер, вы это хорошо делаете. Реально, за квотер стрёмновато, потому что квотер уже разваливается. Квотер. Потому что это, по сути, единственная такая фигура у нас в скейт-парке нормальная, на которой можно поделать 540, именно чтобы вот так разогнаться. Ну, то такое. Пацаны тоже учатся, они тоже хотят что-то выучить. Не. А что, Артем рассказывает, что он в одну ногу вид поставил? Да, он в одну уже поставил. Да. Неправда все это. Я ему сказал, чтобы он сделал на камеру. Он не сделал на камеру, значит, все, не поставил. Да я ж никому не мешаю. Беляш. Правильно? Беляш.